Господь подарит миллион только трем знакам зодиака с 14 июля. Приветствую вас, искатели небесных знамен. Сегодня мы раскроем вам удивительное пророчество. С 14 июля три знака зодиака получат исключительное божественное благословение в виде миллиона. Включите это видео, чтобы узнать, может быть, именно ваш знак окажется избранным. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не упустить это чудо. Первый знак рыбы. Рыбы – знак глубокой интуиции и мечтательности. Эти чувствительные души найдут старинный сундук в подвале своего дома во время ремонта. Внутри сундука они обнаружат коллекцию редких монет и драгоценных камней, оставленных там много лет назад забытым предком, который путешествовал по миру. Стоимость этого сокровища оценена в миллионы. Второй знак – Телец. Телец – знак надежности и упорства. Тельцы получат неожиданное письмо от далекого родственника, которое принесет им вести о неожиданном наследстве. Это наследство – акции старинной компании, которые неожиданно взлетят в цене после крупного корпоративного слияния, превратив тельцов в миллионеров буквально за одну ночь. Третий знак – Козерог. Козерог – знак амбиции и решимости. Один козерог, занимающийся антиквариатом, откроет за тайной панелью своего магазина древнюю картину, считавшуюся давно потерянной. Эта картина, работа знаменитого художника, будет признана подлинной и принесет козерогу баснословные деньги на международных аукционах.